Привет всем, мои дорогие друзья, меня зовут Альберт, и мы продолжаем играть на Принцессе РПГ на сервере Восточном, и сегодня, ребята, мы вместе с вами видим вот эту ошибку, недостаточно средств. Это означает, ребята, то, что я наконец-то, да, прошел Next Pass, ребята, прошел Next Pass, я потратил 62 тысячи в Next Coin, в котором у меня остались в прошлой серии, я, ребята, не понимаю, если вы, ребята, смотрели предыдущий видос и вернулись сюда, я вообще вас не понимаю, ребята, я вас вообще не понимаю, я даже не понимаю, как вы это терпите, и кто вы такие, что вы вернулись сюда после того, как видели предыдущий видос, потому что предыдущий видос был просто угар, ребят. Сегодня будет также интересный видос, сегодня будет очень интересный видос, сегодня будет просто бомбический видос, ребят, потому что, ну, я не знаю, в названии вы поняли, не поняли, что мы сегодня будем делать. В общем, сегодня будем покупать машину, которая стоит люто много доната, а это новая машина, абсолютно новая, она будет за 8000 доната, 8000 рублей, и, в общем, мы ее потюним, мы с ней посмотрим и да, откроем кейс, ребят. Да, смотрите, я допрошел Next Pass, и Next Pass у меня получилось допройти до 111 уровня. Давай быстренько с тобой получим те призы, кстати, да, опять на X, да, я в тот раз вообще просто все запутал. Давай, ладно, давай на X получать детальки, потому что у меня подписчики, блин, я не знаю, почему у меня подписчики люто бомбят с того, что я, типа, делаю, почему я делаю на R. Да хочу и делаю, хочу делать на R, ё-моё, хочу делать на R. Блин, вообще, я сейчас нарочно буду все R-ки брать. Все, получили с тобой награды, и ты не поверишь. Там, смотри, там кейсы будут намного лучше, потому что пока с прошлого Next Pass мы вообще, то есть, ну, пока с... 111 уровня, мы вместе с вами вообще нифига не окупились, мы ничего ценного, кроме винилов, мы не получили. А нет, стоп, мы получили не гелик Nightmare, то есть смотри, давай пока потихоньку я буду, слушай внимательно меня, пока слушай, пока я открываю кейс, ты меня там слушай, хоть каким-то ухом, и я тебе буду рассказывать. Смотри, пока с Next Pass мы получили около 7-8 миллионов денег, 7-8 миллионов. Также мы получили с тобой гелик Nightmare, который стоит 10 миллионов долларов, то есть вот это 10 миллионов рублей. И, в общем, 10 миллионов рублей гелик, ну, это я просто сюда и пока не суммирую, потому что я гелик себе ставлю. И плюс где-то 5, да? Нет, 5, не 6, не 7, 5. То есть 15 миллионов мы где-то, примерно, с тобой получили с Next Pass. И смотри, мы с тобой добрались до... А, нет, стой! Подожди, мы же с тобой в Next Pass, какие 15 миллионов? Смотри, мы сейчас будем все считать, мы будем с тобой сейчас все пересчитывать, потому что, ну, это бред. Не, мне кажется, мы там вообще просто капец, что там по столу понабрали. Все вообще пошло дело, смотри, опа, ну да, опа, опа, ну да. Блин, рано радовался, такой обрадовался какому-то крутому кейсу, а что-то какая-то фигня падает, фигамотин. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо всем, спасибо всем. Так, BMW Айка. Ну, я потом это все в утилизацию, да? Все равно пойдет все это в утилизацию. Так, ладно, не... Не, все, пока, пока, ребят, Next Pass... Ладно, все, будем все вот так. Пока Next Pass меня радует. Все, теперь, ребят, Next Pass меня радует. Вот сейчас, ребят, Next Pass начинает меня радовать. Потому что пока с Next Pass мы в огромном плюсе не были. А вот сейчас... Блин, а вот как круто было, вот какая-то... Ну, конечно, это круто, да, М8, ну, блин, если мне бы сейчас упало... А что там было? Что там было? Там была какая-то офигительная тачка, этот... Пагани Хуайра. И Пагани Хуайра у меня давно этой машины не было, поэтому хотелось бы ее потянуть, посмотреть, что в ней изменится, потому что машины все в NextRP поменялись. У нас осталось еще два кейса, кстати, полностью автомобильные, давай. Я говорил, да? Я что-то говорил, да? Я что-то говорю? Нет, я ничего не говорю. Все, ладно, мы этого не видели. Офигеть. Слушай, а вот этот тюнинг Агеру я оставлю. Агеру я оставлю, потому что Агера мне интересно было. Я просто жесть, что за жесть? Офигеть. Слушай, я буду сдавать в госку, половина машин я буду сдавать в госку, потому что, ну, это ладно, а вот Агеру... И, наверное, Агеру и Найтмэр я оставлю. Офигеть, подожди, чего за серия сегодня? Ну, здесь еще, кстати, где-то на лям. Слушай, ладно, получается мы на 8. На 8 миллионов плюс, смотри, 8. Чего это нужно записывать? Мне ручка нужна, я ни хрена не пойму, где ручка? Мне ручка нужна. Подожди, мне ручка нужна или калькулятор? Давай калькулятор, смотри. Калькулятор, давай прям по-нормальному будем считать. Смотри, калькулятор. Мы с тобой получаем 10 миллионов за гелик, да. 10 миллионов плюс. Мы получили 8 миллионов за все остальное. Плюс где-то 1 500 000 я посчитаю за винилы, потому что они очень дорогие стоят, и их там очень много. Плюс, что там было? РС-ка, которая стоит где-то 8 миллионов, РС-ка. Плюс 2 миллиона там была машина. Сейчас я буду показывать одновременно, смотри. Потом, что у нас там было еще? Кроме РС-ки.
У нас там было за 2 миллиона это было... Сейчас F4, давай я лучше так тебе покажу. F4, F4, F4. F4 на X-Plus. Смотри, вот этот 2 миллиона стоит. Где она? Вот этот пример. Я знаю, что, скорее всего, он стоит дороже. Я оцениваю 2 миллиона. Вот это я буду оценивать, ну, в миллионов 8. Миллионов 8 я буду оценивать, это минимум. Потому что это уникальная какая-то съешка с каким-то винилом, я не знаю. Вот сколько она стоит? Ну, да, я оценю 8. Я оценю 8. Смотри, Кьюникс и Хагера. Врать тебе не буду. Кьюникс и Хагера сейчас... Давай с тобой, ну, даже дойдем посмотрим. Давай с тобой дойдем посмотрим. Кьюникс и Хагера стоит... Блин, а есть она здесь вообще или нет? Слушай, она стоит точно больше 30 миллионов. Она больше 30 миллионов. Я не знаю, кстати, есть она здесь или нету. Сейчас мы быстренько с тобой добежим. А, в общем, что еще? Что еще? Что еще? Скины, ну не знаю, буду ли я скины оценивать. Наверное, скорее всего, нет. Я не буду оценивать, потому что винилы можно продать, скины. Хотя скины тоже можно продать. Ну давай, ладно, 500 тысяч я накину за скины. Блин, слушай, ну тогда хороший, наверное, X-Pass. Ни хрена себе даже. Так, что еще? Кьюнис Хагер есть? У меня аж кашля аж начался. Так, Агер. Плюс 31 миллион 500. Офигеть. Плюс. Там еще этот была RS. Подожди, там еще R8 была, да? Там еще была R8. Я не знаю, сколько. Она 12 миллионов вроде стоит. Она стоит 12 миллионов, но ее вроде как здесь нету. Да, ее вроде как здесь нет. То есть она в другом салоне продается. Она стоит, короче, 12 миллионов. Плюс 12 миллионов. Это... Офигеть! R8, плюс 12 миллионов R8. Слушай, пока, ребят, я вам скажу так, что я с этого NextPass выручил 81,5 миллионов. Офигеть, вот это везет, ребят, 81,5 миллионов. Не, понятно, что я такие деньги не выручу, потому что мне нельзя продавать машины игрокам, то есть так как я, то есть медийная личность, ну именно в проекте NextRP, то есть так вы вообще меня нифига не знаете, кто я такой и что это. Оно... Отлично, поехали. Так вот, 81 миллион, то есть примерно мы с тобой выручили. Офигеть, то есть 81 миллион. Я понятно, что я это продам где-то все в половину. То есть для меня это в половину. То есть, а для вас, если вы бы проходили X-Pass, в принципе, это была бы нормальная цена. А я вот получу, то есть в половину. То есть примерно 40, ну блин, все равно. То есть 81 миллионов, слушай, это очень хороший X-Pass. Это пока не переплюнет нашего X-Pass 10, на котором мы там 130, что ли, 140 миллионов мы там навыручали. И, в общем-то, у нас еще, смотри, у нас еще остались винилы. Но я их уже посчитал. То есть, поэтому я больше досчитывать ничего не буду. Этого ничего не осталось. Все, в общем, у нас вообще видос не про это, ребят. У нас видос вообще не про это. А вообще то, что мы 81,5 миллионов, это видос не про это. У нас видос вот про что. А, уже, ребята, добавляли. Добавляли уже Mercedes. Был Pullman. Мерседес Пульман шестиместный. А теперь, кроме Мерседеса Пульмана, добавили Rolls-Royce лимузин. Вот так вот. И он стоит, ну, кстати, нам дадут миллион. Нам дадут 14 дней премиум. Нам дадут какой-то кейс благополучный и слот. Покупаем. У вас закончились свободные слоты. Купите свободный слот. Хорошо. Не, подожди, а зачем мне... А чего, подожди, у меня ж... Совсем что нету? Блин, пойдем продавать. Ладно, пойдем продавать то, что нам не нужно. Ну ладно, ребята, я почему-то подумал, что вам будет интересно посмотреть, что я буду продавать в ГУСКу. И первое, что я буду продавать в ГУСКу... Кстати, да, я еще заметил то, что мы две машины получили. Мы еще получили М6 и при ВАЗ-2111. То есть можно прибавить было еще полмиллиона, в принципе, спокойно можно было прибавить. Так, смотри, что я хочу продать. Я буду продавать Импалу, потому что, ну, она красивая, да, она классная, она офигительная, но мне она, в принципе, не нужна. Так, дальше, что мы с тобой дальше будем продавать? Что мы с тобой будем дальше продавать? Мерседес, нет, подожди, где у нас? Что еще, что еще, что еще? Так, RAV4, я снял уже детали, ребята, если что, детали я уже поснимал. Да, номера крутые, просто классная офигеть тачка. Но, ребята, все ради контента, все ради видосика. Так вот, смотри, что мы с тобой дальше будем делать? Очень жалко, вообще просто невозможно. Я бы лучше, конечно, купил бы 7 миллионов слотов. Да, BMW AX тоже продаем. Я его выиграл, кстати, в бесплатных вот этих рулетках. Я забыл, как они называются. В общем, я в них тоже выиграл, поэтому... В принципе, не так страшно. Не так страшно ее потерять. Так, что еще? Может, 750-ю тоже, в принципе, бахнуть. А зачем мне нужна? А Rolls-Royce, да, кстати, Wright, вот этот Stage 2 тоже бахну. Ну, типа, да, он уникальный, да, он офигительный. Но я его тоже бахну. Кстати, сколько нам там еще нужно? А дофига нам еще? Дофига нам еще слотов нужно, блин. Дофига нам еще слотов нужно. Где я столько слотов возьму? Не, придется, видимо, скорее всего, отложить запись видоса. Aston Martin, Bugatti...
Дива, Майбах, Муллер, Лявайтюр, Бугатти, Терза, Атлантик, Таутара. Нет, подожди. Таутара, Атлантик, подожди, а что еще могу? Ну, это здесь, из тех машин, которые у меня есть, я уже такие продавать не хочу. Да, я продал вот эти, которые все выиграл, BMW, вот это вот все. Это я бы все попродавал. Слушай, может G80 вот эту продать? Ну зачем она, типа? Ну вроде как уникальная, вроде как и нет. Может и демо-матизы бахнуть. Да зачем они мне нужны? Блин, наверное, скорее всего, я от них избавлюсь, ребят. Пора взрослеть, пора избавляться от прошлого, пора забывать про прошлое, поэтому мы их тоже продаем. Да, ребята, вы только посмотрите на номера. Вы посмотрите на эту машину. Вы видите, да? Номера, машину. Я надеюсь, вы это все видите, ребят. Просто, я не знаю, ребята, поставьте лайк. Просто поставьте лайк, я еще продаю это все, блин, за какие-то сущие копейки. Понимаешь, у меня там номера стоили где-то 5 миллионов, и еще кроме 5 миллионов за номера, у меня еще что там было? Еще за 5 миллионов, подожди, номера, а что там еще? А, ну и все, блин, за 5 миллионов номера. Ну и тюнинга, конечно, было очень дорого. Так, это тоже продаем, и еще у меня есть еще один Nexia. Ух, ребят, жалко. Ну, остальное, наверное, скорее всего, я уже к завтрашнему дню да запишу видосик. Потому что, ну, блин, мне лучше подожду вот эти 11 часов, и, в принципе, мы получим то, что и хотели. Так, что, погнали. Внутренний тюнинг. А, так, ой-ой-ой-ой, неплохо. Кстати, номера тоже. Номера тоже, блин, за 5 миллионов. Летит я просто деньги калашмачу. Так, ладно, хорошо. Просто настолько вот прям зажрался Альберт, что настолько прям хорошо все это продает. Все, погнал продавать. Если что, ребята, купить дом или продать дом, то есть я не могу. То есть, ну, поэтому по домам, то есть здесь все тоже пока что так плоховатенько. То есть, ну, домов нет свободных, это получится, мне надо будет сейчас миллион квартир купить. А если я куплю миллион квартир, это опять какие-то прям лютые растраты. Тоже не очень сильно-то и хотелось. Так, у нас что еще? Сколько слотов? Да дофига еще слотов у нас не хватает. Так, разблокировать. Что еще? Deo Nexi, наверное, тоже. Давай, наверное, тоже быстренько с тобой бахаем. Что еще? Давай быстренько. Что вот я еще хотел бы избавиться? Вот от чего? Вот от чего бы я хотел избавиться? Прям, ну так, типа, я все равно на них не ездил. Вот, например, вот с таким вот разговором. 750 и G80, ребят. Вот 750 и G80, вот прям серьезно, я бы от них избавился. Потому что, ну, зачем они мне? Вот зачем мне эти 750 и эти G80, я не знаю, ребят. Может, некоторым машина не нравится, но мне не нравится, серьезно. Вот мне не нравится. Вот давай так. Давай так поступим. Вот она мне не нравится. Да, она прокачана. Наверное, скорее всего, Full 5 у нее тут ешки. Да. Да, ребят. У нее тут ешки, хренешки, все, избавляемся тоже от нее. Давай так поставим. Все, внутренний тюнинг. Даже не смотрите, ребят, не смотрите на детали. Забыли, забываем это как прошлое. Убираем, ребят, прошлое из своей жизни. Серьезно, прошлое не вернуть. Прошлое не вернуть, о прошлом не плачут люди. Поэтому мы от этого избавляемся. Все, мы от этого избавляемся, все. Это продаем и продаем с тобой еще 750-ю. Все, конечно, сейчас, я не знаю... А, да, кстати, мы от двух BMW избавляемся. Ах, это тоже, ребята, это тоже еще та машина. Эта машина, можно сказать, уникальная. Это, ну, как сказать, донатская тоже машина. Тоже уникальная, хрен где найдешь. Номера вот эти вот, все. Ребят, можете забирать номера. Фиг вы где такое купите. То есть номера можете, ребят, спокойно забирать. Если вдруг искали Mercedes-99 на немецких номерах, можете забирать. Все, я от этого тоже избавляюсь, все. Нафиг, все равно на этом не катаюсь. Никакого прикола я об этом не вижу. Нифига себе, там у него Nextrepa написано на этой тачке. А, да, кстати, ребята, сейчас вам кое-что расскажу. Там, ребят, вышло обновление, и в этом обновлении прикол в том, что там какие-то дрифт-тачки добавили, это прикольно. Так, что у нас здесь, давай, что мы с тобой, G80, да, продаем? G80, блин, просто уникальная тачка, за нее там готовы были люди драться, сражаться и говном метаться, но мы с вами продаем. Мы с тобой ни о чем не жалеем, мы с тобой спокойно продаем. Так, что у нас, Айреска Stage 2? Айреска Stage 2, подожди, давай, ладно, лечи. Айреска, просто Stage 2, ребята. Может, действительно, может, тогда, подожди, может, мне тогда от своей RS-ки избавиться? Смотри, у меня обычная RS-ка C8, а это RS-C8 Stage 2. То есть, это машина, которая будет мощнее. Слушай, может, действительно, мне можешь продать мне мою RS-ку и вот эту потюнить? Вот это тоже прикольно. Ладно, это продавать мы с тобой не будем. Так, что у нас там еще? 750-й, да, должна быть? 750-й, тоже быстренько с тобой. Опа. Идеально там музыка играет. Да, ребят, я Bad Beach, просто продаю все. Так, что у нас там? Что еще? Вот что мы еще избавимся? Что, серьезно, две машины? Подожди, а вот если сейчас вот я нажму разблокировать, да? Если вот сейчас вот попробую приобрести.
F4. Уникальное предложение. И я попробую приобрести. Вот прям нажимаю. Да, требуется купить слот. Но там, скорее всего, не один слот, там несколько нужно будет покупать. А я боюсь, что... Посмотри видос, тот лимузин просто дикий какой-то, он просто летит, он такой быстрый, он такой юркий, он прям поворачивает, он прям разворачивается, он дрифтит, он разворачивается, он, короче, я не знаю, он себя ведет, как будто какой-то спорткар, а этот ведет как... Вот, кстати, это первая машина, которая ведет себя как корабль, ребят, честно. Это первая машина, которая ведет себя как корабль. Прям первая. Кстати, да, что еще? Что-то еще хотя бы... А, да, сейчас я вам покажу, но чуть попозже. Опять что-то вообще странное. Все. Давай, что мы с тобой делаем? А, внешний тюнинг. Быстренько мы с тобой полосы на кузов. Антихром. Ну слушай, ну я не знаю даже антихром. Давай сделаем с тобой антихром. А, давай быстренько передние фонари. Давай, что мы там можем поменять на них. Что-то меняется, я не знаю. Ну что-то меняется, давай тоже сделаем. А, передние фонари, задние фонари. Давай быстро. Тонер на фонарь. На фонарях тонер. Не знаю, зачем это нужно. Ладно, каркас. Что это такое? Перегородка. Там внутри что-то появляется, да? Внутри появляется какая-то перегородка. А, флагштоки. Флагштоки антихром. Ладно, давай флагштоки антихром с тобой бахнем. Все. Здесь у нас все. Так, диски. Кстати, да, ребят, диски новые вышли. То есть там вышли, но... Вышли новые диски. Так, ну-ка, подожди. Колеса. Давай. Там появились новые диски. 2800, 2300, ё-моё, 2500, 2300, чё за цены, блин? Ладно, допустим. То есть самые дорогие это 2 миллиона 800 тысяч, но они вообще сюда не идут. Да, привет. Офигеть. Да. Всё, покупаем с тобой тюнинг. Да, я... Что он там сказал? Ладно, хорошо. Смотри, что мы с тобой делаем дальше? Мы с тобой тренировку бахаем на сотку обязательно. Может быть, 75? Не, давай сотку. Давай сотку мы с тобой бахаем тренировку. Отлично, у нас новая тачка с тобой. Так, что мы с тобой делаем дальше? Смотри, цвет кузова. А, тоже, может, давай чё-чё. Слушай. Мобильный Инстаграм. Блин, какая-то мне музыка не нравится.
Вот, давай с тобой послушаем синий Lamborghini. Так вот, давай, наверное, с тобой черный цвет покупаем. Я не знаю, кстати, он отличается. Да, он отличается. Серьезно. Ну давай, ладно, покупаем с тобой черный цвет. Я не знаю, почему сделали серый. Видимо, нарочно, чтобы потом потратили деньги на черный. И, в общем, наша тачка уже готова. Так, теперь нужны номера. Нужны номера. Так, быстро, номера с тобой. Давай, прям самые дорогие, что только возможно. Это ААА-777. И просто, и обязательно... А флаг, на флаг не хватит денег, да? На флаг, да, не хватит денег? Я же вроде как потратил, да? Я вроде как потратил деньги. Ну давай. Так, давай вот так. Давай вот так, ладно, корзина. Так, быстренько с тобой покупаем. И теперь идем дальше. Смотри, мы с тобой уже потратили достаточно денег. Я не помню, есть ли у меня есть. Внутренний тюнинг. Так, внутренний тюнинг, это какой у нас класс? Это С-класс? Это С-класс? Ё-моё, это С-класс, ребят. Это С-класс. Ладно, давай тогда покупать вот такие кейсы. Давай вот так с тобой 20 откроем. Может, мы с тобой full 5 ее сделаем. Так, турбина, чиповка, тормоза. Я надеюсь, у нас получится. Так, отлично, хорошо, хорошо. Там кто-то разговаривает, кстати, я не слышу из-за вот этих звуков. Так, тормоза, ё-моё. Слушай, ну ладно. Давай просто попробуем, давай с тобой попробуем full 5 сделать. Ну, не уверен, что, конечно, получится. Все, давай еще, еще 20 и все, больше не будем. Так, все. Так, что у нас, что у нас там, что у нас, что у нас там, движок. Ё-моё, я потом это все продавать, ребят. Шины, ё-моё. Да, деньги, ребята, улетают, невозможно. Турбина. Блин, мне кажется, я две машины С-класса смогу сделать, реально прям какие-то люто мощные. Так, давай посмотрим, что у нас. Так, что у нас там? Движок, турбина, трансмиссия, блин, не пятая, тормоза, подвеска, блин, шины, да? То есть пока так, ладно, давай еще, да фиг с ним этими деньгами, вообще, ребят, запариваться с вами не будем. Все мы это делаем для видоса, все это делаем для вас, поэтому давай. Какие-то я фигово, мне кажется, взял кейс, да? Блин, чего? Я потом заколебусь это продавать. Шины, спасибо. Чего я заколебусь это продавать? Чего? Там что там, трансмиссия осталась и этот? Серьезно? Трансмиссия, трансмиссия и подвеска. Да, конечно. Так, трансмиссия, подожди, что у нас там появилось? Подвеска, да? Что у нас там? Трансмиссия, да? Трансмиссия появилась. А, и осталась у нас, получается, подвеска, которой у нас, к сожалению, нету. Так, ладно. Погнали так. Сколько у нас там? Так, вообще по барабану, ребят. Сколько я миллионов потратил? 50? Сколько, ребят? Я 50-60 миллионов потратил на машину. Вы представляете, если я за 60 миллионов, я сейчас подвески не будет. Вы представляете, ребят, если сейчас за 60 миллионов, подвески не будет. Просто дичь какая-то. Подвеска? Где? Вы чё? Вы чё, звери? Где подвеска? Ты чего? Ё-моё, ребят, это теперь мне ещё всё продавать придется. Ты чего? Чё за фигня? Подожди, кейс счастливчик, это какая-то хреновня тоже. У меня даже кнопка уже не работает. Серьезно, уже кнопка даже не работает, ребят. Внутренний тюнинг, уже кнопка не работает. Кейсы, кнопка не хочет уже открываться. Ты понимаешь, они уже типа такие в ахрене. Типа, Альберт, ты что делаешь? Ты что делаешь? Сколько там? Сколько там у нас? 4. Да, все, ребят. Последние 8 кейсов. Просто дичь. Просто дичь. Подвеска, где ты, чё? Где подвеска? Ладно, все, я продаю вот это все. Меня просто, ребят, уже бомбит. Меня просто уже бомбит. Неважно, что там на фоне вы слышите. Вы на фоне слышите, наверное, правильное дыхание. Пускай там пока девушка рассказывает про правильное дыхание. Ребята, вы понимаете, что нам подвеска... Даже четвертая не упала. Даже четвертая подвеска не упала. Не то, что там еще какая-либо, нам даже четвертая подвеска с тобой не упала. Просто даже четвертая. Мы с тобой потратили 60 миллионов. Кстати, да, есть у меня там еще донат. Нет, доната у меня, видимо, скорее всего, нету. Просто замечательно, замечательно, прекрасно, чтобы номера себе флаг купить. Но это я сделал уже тогда потом. 60, ребята, миллионов мы с тобой потратили. Так, все, идем к внутреннему тюнингу. Еще разок. Я перезашел на всякий случай. Ну, вдруг поможет. Все. Сколько там у нас? Сколько у нас там? 5 кейсов, поехали, 5 кейсов. Просто. Сейчас еще подвески 5 штук упадет, да? Просто. Все, ребята, full 5. Full 5? Кстати, да. Давай, спасибо. Спасибо. Так, все, погнали.
Ой, он не едет. Ой, он не едет, ребят. Ой, он не едет. Ой-ой-ой-ой. А, кстати, он не потерял свою корабленность. Я вот за что боялся, ребят, то, что машина перестанет быть кораблем. Слушай, она не перестает быть кораблем. Она разгоняется. Она тоже, она очень люто плавная, потому что это C-класс. Хотя, ребят, вот смотрите. Сколько он едет? Сколько он едет Full 5? 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 374. То есть он едет 374 км в час. Да, он управляется хорошо. Он прям плавный. Он прям настоящий корабль. Денег мы потратили просто, ребят, немерено. Мы сегодняшний ролик потратили, ребят, 60 миллионов. 60 миллионов, это первый такой ролик, где я столько трачу. Смотри, прикол сравниваю с Пулманом. Пулман лучше, то есть Пулман у нас, смотри, Пулман тоже C-класса, да? Смотри, Пулман, он не прокачан Full 5. Он прям совсем, ребят, не прокачан Full 5. Я вам сейчас покажу. Смотрите, то вот это у нас Full 5, да? Вот это у нас Full 5. Здесь у нас, смотри, здесь у нас просто четвертые и третьи детали. Четвертые и третьи детали, но ты посмотри. Ты посмотри, четвертые и третьи детали. Ладно, извините. Просто я уже, я просто настолько на эмоциях с этим всем. Смотри. Он уже не такой корабль, он лучше управляется, он дрифтит, у него он не Full 5, но ты посмотри, он не Full 5, то 375 едет в Full 5, 350 не Full 5, и этот не бой, это смотри, это видишь, это больше, как сказать, это больше бандитская тачка, то есть она, знаешь, она как-то разворачивается, видишь, она как-то более юркая, более маневренная, то есть она как-то больше наклоняется, но тоже, ребят, прикольно, тоже прикольно, кстати, да, нужно будет обязательно туда номерки прокупить, а так-то, в принципе, я не знаю, ребят, вот что сказать про эту серию, ребят, эта серия просто какая-то жесть, кстати, да, там еще и на серп себе, скорее всего, не куплю, да, 499, понятно, все, ребят, 60 лямов потратили, приятного просмотра, спасибо, приятного аппетита всем, спасибо огромное за просмотр, ролик вышел очень большой, мы с вами потренировались с дыханием, и, в общем, что, потратили 60 лямов, потратили 60 лямов и 10 тысяч доната, до прошли на Экспас мы получили около 90 миллионов рублей, 90 миллионов рублей за Экспас 111 уровень, это очень даже много, это очень даже хорошо, поэтому, ребята, ну, лайки, комменты, подписки, в общем, ребят, можете идейки закинуть в комментарии, и идейки тоже, все, до следующего видео, пока-пока.